Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале MBS Electronics. Сегодня у меня наконец-то появилось свободное время, чтобы сделать видео в продолжение серии о всех настройках Simplify 3D. Поскольку вышла уже четвертая версия программы, третья стала неактуальна, и дальше рассматривать все настройки мы будем по четвертой версии. Но прежде чем перейти к новой вкладке настроек, посмотрим, что же изменилось в тех параметрах, которые мы уже разобрали. Это первая вкладка третьей версии, вкладка Extruder. А это та же самая вкладка Extruder в четвертой версии. Здесь в обоих версиях все настройки одинаковые, поэтому идем дальше. Вторая вкладка в третьей версии, вкладка Слой. Здесь параметры в четвертой версии также ничем не отличаются от третьей. Вкладка Добавление или Additions в четвертой версии уже немного отличается от третьей. Изменения коснулись только структуры платформы или Raft. В четвертой версии параметр Raft Layers или количество слоев платформы разделен на два отдельных параметра. Это Raft Top Layers или количество верхних слоев и Raft Base Layers, то есть количество нижних слоев в основании платформы. Очевидно, это сделано для того, чтобы можно было изменить параметр заполнения для верхних слоев. То есть для лучшей адгезии параметр заполнения для нижних слоев всегда равен 100%. А оставшиеся слои платформы можно напечатать с меньшим заполнением, таким образом сэкономив пластик. Если мы установим нулевое количество базовых слоев, то эти настройки будут себя вести так, как в третьем Simplify. То есть вся платформа напечатается с заполнением, установленным для верхних слоев. Кроме того, в самом низу добавлен параметр Above Raft Speed. Этот параметр устанавливается в процентах относительно общей скорости печати, то есть вы можете уменьшить скорость печати платформы для лучшей адгезии. Это все отличия в первых трех вкладках. Идем на четвертую вкладку. Эта вкладка называется Infill или заполнение. И разбираемся с этими настройками уже в программе четвертой версии. Слева у нас находится панель General или общие настройки заполнения. Параметр Infill Extruder позволяет выбрать виртуальный экструдер, которым будет печататься заполнение. Как я уже говорил раньше, виртуальным экструдером может соответствовать физический экструдер, если у вас, например, их два в принтере. Или если у вас экструдер всего один, то можно создавать виртуальные экструдеры и для них задавать как бы просто разные настройки выдавливания. Это делается на самой первой вкладке, вкладка так и называется «Экструдер», мы ее уже рассматривали. Напомню, как это сделать, идем вот сюда, нажимаем «Добавить экструдер», «Add экструдер», как-то называем наш экструдер, я напишу «Virtual 2», у нас появился новый экструдер, меняем его какие-то параметры, например, коэффициент выдавливания, ширину экструзий, возвращаемся во вкладочку «Infill» и у нас появляется возможность печатать заполнение с какими-то другими параметрами выдавливания. Параметр Internal Infill Pattern – тип внутреннего заполнения. Под внутренним заполнением понимается заполнение, которое находится внутри детали, то есть между верхними и нижними сплошными слоями. Это как раз основное заполнение детали, коэффициент которого мы устанавливаем глобально, например, 25%. Давайте посмотрим, какие есть варианты рисунка заполнения. Первый, тот, который по умолчанию, Rectilinear, это прямолинейный. Это вот такой рисунок заполнения из пересекающихся прямых линий. Следующий паттерн – это грид, то есть сеть. Вот такой рисунок, в принципе, похож на предыдущий. Следующий рисунок заполнения – треугольный. Выбираем и посмотрим, что получится. Да, действительно, получаются треугольники. Следующий паттерн заполнения называется «Wiggle». Наверное, в данном случае можно это слово перевести как «извилистый». И действительно видим вот такие извилистые линии, как извилины в мозгу у ученого. Смотрим, что у нас дальше. Это «Fast Honeycomb». Honeycomb – это пчелиные соты, ну и, видимо, fast означает, что они как-то оптимизированы для скорости печати. И последний паттерн здесь – это full honeycomb, то есть полные медовые соты. Фактически, это вот такой вот рисунок заполнения. Очевидно, что от выбора паттерна заполнения зависит скорость печати нашей детали и ее какие-то физические свойства – прочность, расход пластика и так далее. Следующий параметр – External Fill Pattern.
задает рисунок заполнения для сплошных слоев, то есть это верхняя и нижняя стенка деталей, то между чем находится наше основное заполнение. Здесь всего две опции, давайте посмотрим на примере. Здесь мы можем выбрать прямолинейный или концентрический. Прямолинейный стоит по умолчанию, давайте посмотрим на его работу. В общем-то, это обычный вариант для сплошного заполнения. Экструдер рисует просто прямые линии из пластика. Ну и давайте попробуем поставить концентрический. В этом случае рисунок заполнения будет стараться повторять контуры нашего периметра. Видите, в данном случае получается вот такая спираль концентрическая. От этого выбора зависят физические свойства наших верхних и нижних стенок. Думаю, что первый вариант дает более прочные стенки, а вот этот концентрический паттерн создает более красивую поверхность. Следующий параметр – Fill Percentage. Это как раз тот самый коэффициент заполнения детали пластиком. Само тело детали, то, что будет печататься внутри сплошных стенок. Устанавливаем от 0, когда деталь у нас полностью полая, до 100% для монолитной детали. Очень сильно влияет на расход пластика, скорость печати и прочность детали. Следующий достаточно важный параметр – это Outline Overlap. Это коэффициент взаимного перекрытия периметра и заполнения. Если мы здесь поставим 0%, то печать заполнения начнется прямо от периметра, и эти элементы не будут перекрываться. Вы должны поэкспериментировать именно со своим принтером и подобрать оптимальный параметр. Эта настройка влияет на прочность и монолитность детали. Здесь нужно понимать, что перекрытие подразумевается именно на ширину экструзии, то есть на ширину именно одной вот этой полосочки из пластика, которую рисует наш экструдер, а конечно же не на всю ширину периметра детали. Периметр может у нас быть и 4, 5, 10 линий, а перекрытие задается в процентах относительно ширины одной единственной линии. Давайте посмотрим на примерах. Сейчас я установлю перекрытие 0%. Вот это первая линия заполнения. Принтер укладывает ее четко рядом с первой линией периметра. Никакого перекрытия нет. Теперь давайте попробуем установить перекрытие 50%. В этом случае мы видим, что первая линия заполнения и первая линия периметра перекрывают друг друга ровно наполовину своей ширины. И если поставить перекрытие максимальным, а это 99%, давайте так сделаем и посмотрим, что получится. Видим, что заполнение начинает печататься прямо поверх внутренней линии периметра. Перекрытие составило 100% ширины экструзии. Вот так это работает. Следующий параметр, он тоже устанавливается в процентах, это ширина экструзии при печати заполнения. Она устанавливается относительно соответствующего параметра для выбранного экструдера. Думаю, здесь все понятно и прозрачно. Настройка «Минимальная длина заполнения» – тоже достаточно понятный параметр, он предотвращает печать заполнения в слишком таких мелких участках. По умолчанию здесь установлено 5 мм. Наверное, вы помните, как принтер начинает дрожать и вибрировать, когда печатает заполнение в таких вот мелких участках. Тем не менее, настройка по умолчанию может привести к появлению участков, где не будет заполнения, где будут дырки. После слайсинга внимательно посмотрите на свою модель. Если вы увидите такие участки не заполненные, то придется уменьшить этот параметр. Вот видите, у меня стоит 2,3 мм. Следующая довольно интересная настройка – Combine Infill Every, ну и сколько-то Layers. Я бы перевел недословно как объединение слоев заполнения. Очень интересная настройка, позволяет намного сократить время печати, если вы устанавливаете очень маленькую высоту слоя. По умолчанию стоит цифра 1, это значит, что функция отключена. Попробую объяснить смысл такого режима печати. Думаю, эта штука вам пригодится. Как известно, чтобы напечатать деталь красиво и точно, мы с вами уменьшаем высоту слоя. Это увеличивает разрешение печати, но также очень сильно возрастают затраты времени на печать. Но поскольку внешнее качество печати зависит в основном от качества печати периметра, то заполнение можно попробовать каким-то образом напечатать с большей высотой слоя. Как раз для этого служит данная настройка. Представим, что мы хотим напечатать деталь с высотой слоя 0,1 мм.
И в то же время мы хотим в два раза сократить время печати заполнения. Тогда поставим здесь цифру 2. В этом случае при печати заполнения оно будет печататься с высотой слоя 0,2 мм, как бы через раз, при печати каждого второго слоя периметра нашей детали. То есть периметр, вот именно то, что люди и видят в напечатанной детали, будет печататься с маленькой высотой слоя очень точно и красиво, а заполнение будет печататься через раз с в два раза большей высотой слоя. По-моему, очень классно и хитро придумано. Но здесь нужно следить за тем, чтобы не превысить возможности вашего экструдера. Например, у меня стоит сопло 0,3 и максимальная высота слоя, которую я могу успешно напечатать, это 0,2. То есть получается следующая арифметика. С соплом 0,3, с глобальной высотой слоя 0,1, максимум, что я могу здесь сделать, это поставить двойку, то есть ускорить печать заполнения в два раза. Последняя настройка в этой группе – Include Solid Diaphragm, Every и количество слоев. На мой взгляд, тоже интересная настроечка. Она позволяет при печати с небольшим заполнением периодически создавать внутри детали сплошные слои. Например, я печатаю деталь с каким-то очень низким заполнением для экономии пластика, пусть это будет 5 или 8%, и я включаю эту галочку. Тогда через каждые 20 слоев, ну или через другое количество слоев, как вы установите, так и будет, принтер напечатает один полностью сплошной слой. Как видно из названия настройки, такой слой здесь называется диафрагма. Это позволит при печати с низким заполнением как-то усилить прочность детали. Настройки в группах вот здесь в правой части окна относятся к углам печати линии заполнения относительно друг друга. Достаточно понятная настройка. В каждом последующем слое печати принтер печатает линии под разным углом. Вы, наверное, видели это, когда наблюдали за работой 3D принтера. Это делается для улучшения прочности детали, для лучшего сцепления слоев. Чаще всего эти настройки оставляют по умолчанию, то есть минус 45 и 45 градусов, что в итоге дает нам 90 градусов. Но вы, конечно, можете поэкспериментировать, поставить здесь другие углы и посмотреть, что из этого получится. Эти углы можно задать как для внутреннего заполнения, так и для внешнего заполнения, то есть для нашей верхней и нижней сплошной стенки. На этом, друзья, я закончу 4-е видео из серии «Все настройки слайсера Simplify 3D». В следующем ролике на эту тему мы с вами рассмотрим вкладку «Support», то есть поддержку, и, если успеем, то вкладку «Температуры». Если вы еще не подписаны на мой канал, то можете подписаться, чтобы не пропустить момента обновления контента. Да, и кстати, вы можете подписаться на мой совершенно новый канал, который называется Moosebench Life. В принципе, он напрямую не связан с электроникой, это будет просто блог. На данный момент там всего несколько видеороликов, но я думаю, что буду этот канал тоже развивать. Ссылочку вы найдете в описании. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. С вами был Олег на канале MBS Electronics. До свидания, всех благ!